Видео подготовлено сайтом onlinegdz.netgeometry 10-11 класс, Атанасян, задание 392. На трех некомпланарных векторах P, Q и R построен параллелепипед ABCD, A1, B1, C1, D1. Ну вот так изобразим параллелепипед. Значит, вектор P – это вектор AB, вот это P. Вектор Q – это AD. И вектор R – это вектор АА1. Вот вектор АА1, вот так он направлен. Так, значит, это у нас параллелепипед. Давайте запишем дано. АБЦД, А1, Б1, С1, Д1, параллелепипед. И его измерением, ну или вот по его сторонам, по его измерениям, вот расположены вот эти векторы P, Q, это AD, и вектор R, это вектор AA1. И нам нужно разложить векторы, образованные диагоналями этого параллелепипеда, по векторам P, Q и R. Давайте изобразим диагональ AC1, CA1, DB1 и BD1. Так и запишем AC1, CA1, DB1. И BD1 по векторам P, Q и R. Ну, разложить вектора, значит, нам нужно представить каждый из этих векторов в виде алгебраической суммы с некоторыми коэффициентами этих векторов P, Q и R. Итак, начинаем с AC1. АС1. Давайте мы уберем все лишние диагонали пока. По правилу параллелепипеда можно представить в виде суммы трех векторов АБ, АД и АА1. По правилу параллелепипеда, поскольку данные векторы P, Q и R – это векторы некомпланарные, то есть не лежащие в одной плоскости. Ну и тогда АБ – это P, AD это Q, и AA1 это R. Разложение готово. Теперь берем следующую диагональ. Диагональ CA1. Тоже вначале мы воспользуемся правилом параллелепипеда. Ее можно представить в виде суммы трех векторов CC1 плюс CB и плюс CD, то есть трех векторов, некомпланарных векторов, которые имеют общее начало. Тогда это будет равно CC1, но CC1 равен AA1, AA1 это вектор R. CB это все равно, что DA, DA это противоположный для вектора Q, значит минус Q. CD это противоположный для АБ, значит, это будет минус П. Следующую диагональ берем. Диагональ ДБ1. По правилу параллелепипеда это будет сумма векторов ДД1 плюс ДС и плюс ДА. ДД1 – это все равно, что вектор R. ДС – это все равно, что АБ. АБ – это П. И ДА – это противоположный для АД, значит, минус Q. И последняя диагональ – БД1. Вот эта диагональ – БД1. По правилу параллелепипеда
Это будет сумма векторов с началом в точке B, то есть B, B1 плюс BC и плюс BA. BB1 это вектор R. BC это AD, значит Q. И BA это вектор минус P. Минус вектор P. Разложение готово. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.